Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре верша от производителя Salma, моделька UT5025. Пришла она ко мне в простом пакете, целлофановом. На нем имелась наклейка верша Salma, ну, в принципе, все, что я вам озвучил. Не знаю, как правильно, верша или верша. Вообще, данную вещицу можно использовать для ловли малька, например, впоследствии для того, чтобы его использовать для ловли хищника. Либо же можно использовать ее как раколовку такую миниатюрную, если купить их. Ну, довольно большое количество штук, ну, хотя бы в районе 10 можно на ночь оставлять и пытаться поймать на нее рака. Я в данный момент на рыбалке и сейчас попробую ее испытать именно как малявочницу. При помощи хлеба попробую приманить сюда живца, ну и заодно как раз посмотрим, работает она или нет. Она миниатюрная, компактная, очень легко складывается, поместится в любой рюкзак. Здесь есть специальные крючки, при помощи которых можно ее зафиксировать в сложенном состоянии, и она прекрасно куда угодно помещается, даже если она не одна, а большое их количество. Вполне себе можно накидать в сумку, в рюкзак, какой-нибудь даже такой же простой пакет, их поместится большое количество. Здесь есть входные отверстия, они небольшие, через них внутрь могут попадать как раки, так и мелкая рыбешка. Специальные замочки для того, чтобы данный кармашек, который имеется под маленьким замочком, можно накидать хлеба, и это будет служить приманкой для ловли рака, например. Удобно сюда положить того же хлеба с чесноком, либо же накидать живых рыбешек. Ну а большая молния служит для того, чтобы уже было просто вам извлекать либо тех же раков, либо того же малька. Очень удобная вещь, вполне себе доступная по цене. И, как вы видели, при первом же использовании разошелся замок. Но нет, он так и расходится. Взял я ее в руки первый раз. И замочек, к сожалению, здесь стоит не совсем качественный. Надо как-то аккуратненько закрыть, чтобы мне можно было ее испытать. Ну ладно, замок расходится. Сейчас я еще попытаюсь все же что-то с ней сделать. И попробуем ее испытать. Ну, так, в принципе, можно, если нужен малек, вполне себе рабочая конструкция.